Во дворе Веры Васильевны Шапран чистота и порядок. Особенно тщательно она занимается прополкой тюльпанов, которые очень любит. Глядя на эту трудолюбивую женщину, даже трудно поверить, что совсем недавно ей исполнилось 90 лет. Судьба Веры Васильевны, как и всех детей войны, была нелегкой. Когда фашисты напали на нашу страну, она жила на Украине. Годы оккупации до сих пор болью отзываются в сердце. Я жила в Одесской области, Краснокнянский район, село Маяк. Училась я в школе, до 6 классов закончила. Ну и жили бедно, и кушать нечего было. Немцы зашли и с румынами. И немцы день побыли и ушли, а румыны остались у нас. Брат и отец были на фронте, меньший был дома. Отец Василий Архипович Ковтун погиб на Венгрии. Военные годы молодой девушке пришлось много трудиться. Делали все для фронта и для победы. А когда победа была завоевана, огромная радость переполняла сердце. Как мы бы рады были. Бегим в лес, от нас недалеко лес. Мы бегим, кричим: «Победа! Победа!» Это же нам было где-то по лет 15. Открытостью, искренностью этой женщины нельзя не восхищаться. Каждая морщинка на ее лице отражает выпавшие на ее долю тяготы военного, послевоенного времени, потерю близких и родных людей. Но Вера Васильевна в свои 90 такая же доброжелательная и улыбчивая.